Смотри, это называется «Тема в теме». Показываю ведмедя и показываю перчатку. Перчатка кожаная. Там вот есть эта сабдеповская печать. Глянь какая. Раз тебе под накидочку. Но это я в следующем обзоре покажу тебе перчаточки. Более детально. Размер своей руки, чтобы ты видел. Видел еще тут такие вот специальные штучки, чтобы палец двигался. Ладно, речь сейчас не об этом. Речь сейчас о вот этом медведе. Это мама Умки. Глянь, какой фарфор шикарный. Видал такую статуэточку? Оп, глянь на нее. Обалдеть. Пацаны, это ЛФЗ, Ленинградский фарфоровый завод. Вот не вижу первый или второй сорт. А цена, прикинь, рубль 25. Каждый мог себе такого купить по штук 10. Но, боюсь вас огорчить, их на рынке осталось очень мало целых. А у меня вот целый, идеальное состояние. Нету тут ни сколов, ни трещин, ни подкрасок, вообще ничего. Глянь какой. Хочешь себе его уже посыпать там где-то на этом, на полочке там, где ты собираешь фарфор? Конечно, хочешь. Ну тогда тебе надо будет перейти по ссылочке. Да, этого красавчика я уже продаю. Смотри, не опоздай, потому что кто-то его другой купит. Глянь на него. Ну и не тяжеленький такой, легенький. Ну фарфор сам по себе, в принципе, легкий материальчик. Красавчик. Мишка, это мама. Мама Умки. Как же этот медведь? Не горный, а полярный. Полярный медведь. Точно, полярный белый медведь. Глянь на него. Купи меня уже быстрее. Да. Хе-хе-хе.